Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А я делаю потрясающую маску для волос и из холодильника вытаскиваю, уже видите, вот в таком состоянии, наверное, месяц у меня, да? Где-то месяц пролежал алоэ вера. Я его сейчас разрежу вот так, ножничками, и сок с такого хорошего с ладонь листика вместе вот так вот сок. Он такой тягучий, вот. Но в нем сейчас все витамины. Алоэ вера – изумительный продукт для волос, для лица, но девчонки, мальчишки и вообще все, кто употребляет алоэ вера, я и напитки делаю, добавляю, и с имбирем обязательно алоэ вера. Вот, и имбиротерапия у меня стал постоянный компонент алоэ вера. Активно добавляю везде и всюду. В общем, прежде нужно, чтобы обязательно алоэ пролежал не меньше недельки, а то и двух недель в холодильнике. У меня бывает и по месяцу лежит. Так, ну вот все. Все отсюда взяла. Вот этот кусочек у меня на маску для лица, поэтому это отдельная история, что я еще масочку. У меня будет сегодня салон красоты. Салон красоты. Мне говорят, вы не пошли на демонстрацию? Какая демонстрация, ребята? Демонстрация не для меня. Просто от того, что даже такое название. Демонстрация. Извините, это не мое. Это не мое. Дорогие мои, а знаете, меня что больше всего раньше нервировало? Что когда весна и Пасха справлялась у верующих людей тихонечко на кухне, чтобы никто не знал. Иногда с 1 мая совпадая. А 1 мая придумали Митрут Май, это чтобы заменить народу Пасху. Незаметно, в 1917 году. Чтобы народ, у него же, знаете, генетическая память, ведь помнит Пасху, помнит рученьки еще, помнят. Надо что-то делать в этот день. И вот им устроили вот такое движение, после которого они шли все после демонстрации в парк, пили, и им даже опомниться не давали. Для них вот это была хорошее переключение на весну, вот, не на возрождение новой жизни, а на весну, не на возрождение, и, ну, вы сами понимаете, пасхальные все наши напоминания людям о том вообще, зачем мы здесь, каждый, а вот мир труд мает и так далее, и так далее. Какой мир? Какой труд? У кого какой труд? Я не вижу. Я вижу только, что издеваются над предпринимателями, все закрывают. У меня подружка позвонила из Севастополя, говорит, Катя, закрыли в Севастополе рынок, говорит, у нас Чайка. Закрыли нас, вышвырнули как на улицу. Как... Какой мир труд май? Вот это мы сегодня с ней, она утром мне звонила, сегодня с ней говорили, ну, не буду говорить, о чем мы говорили. Поэтому нет, вообще любая, какая бы то ни была демонстрация, это не для меня. Не задавайте мне такие вопросы. Но сегодня 1 мая, простите, но я отвечаю. Отвечаю на ваш политический вопрос. Все, а тем более на заменителей Пасхи в те времена, которые так и сохранились в эти, я не хожу. Так, смотрите. В общем, вот здесь у меня, вы видите, вот эта мякоть. Замечательная мякоть, которую я буду втирать в волосы. Я очень люблю маски с алоэ вера. Во-первых, это чрезвычайно популярный компонент в моей косметике. Это и по уходу за лицом, и за волосами, и за телом. В общем, сок и мякоть... Все пойдет. Увлажняет кожу головы. Что еще делает? Оказывает эффект такое отшелушивания всякой нечисти. Очищает кожу. Удаляет с поверхности излишки вот этого кожного сала. Ну, еще что делает? Решает проблему, скажем так, антибактериальную. Когда вы делаете шампунь,
Ну, основу берете детский шампунь, например, добавляете туда немножечко капель сока алоэ вера. Это тоже эффективно очищает кожу. У меня, кроме алоэ вера сока, у меня есть вот такой вот неприглядный алоэ вера гель, так, который также я покупаю отдельно. И мне очень-очень подходит он. Я его добавляю в другие, там, в маски, в другие свои дела, если вдруг в холодильнике нет листика. Запомните, любой лишай боится вот этого компонента алоэ вера. Алоэ вера как питательная субстанция для волос, особенно в сочетании с витамином Е, вот токоферол, альфа-токоферол. Покупайте в аптеках. Кстати, витамин Е, он гипоаллергенен, совершенно не токсичен. Поистине уникальное свойство витамина. Используйте его. Не бывает переизбытка, за исключением проблем с эндокринной системой у кого. Да даже если при превышении допустимой дозировки нет никаких побочных эффектов. Дальше токоферол, он способствует глубокому увлажнению тканей. Это мощнейший антиоксидант. Наряду с магнием и с калием. Что еще я вам могу сказать? Он выводит вместе с естественными выделениями из организма свободные радикалы. Вот почему я его люблю. Да? У кого проблемы с кожей, онкопроблемы, витамин Е активно надо использовать, добавлять во все свои крема, маски и так далее. А еще и пить, пить надо его и получать его лучше из естественных продуктов. Ну и у прядок при естественном поверхностном применении восстанавливается кератин. Так, дальше сыворотка для волос. Я говорила, здесь у меня все, абсолютно все масла, которые мне нужны для волос. Раз, два, три, четыре, пять. Они здесь в преизбытке. Но к этому я еще добавлю кокосовое масло. Я недавно рассказывала, каково влияние кокосового масла. Потому что его я люблю добавить еще. Оно вообще твердое. Перед тем, как его употреблять, я его в теплую водичку кладу. Вот, все. Потому что оно прямо такую консистенцию имеет. Твердую. Мне приходится его слегка растапливать в теплой водичке. Это я на руки специально, чтобы... Вот так вот. Пальчики тоже я, чтобы буду втирать масочку. Так, ну и репейное маслечко, это само собой разумеется. Репейное масло обязательно. Оп, все. Где-то пол чайной ложки, наверное. У меня уже оно заканчивается, вон его, видите, совсем мало осталось. Так, теперь, ну конечно же, капельку эфирного масла не помешает чайного дерева. Еще одно, два, да, потому что это антибактериальное, восстанавливающее, запах мяты перечный и успокаивающий для кожи, волос, это, ой, нечто. Все, одна капелька хватит, даже пару можно. И головных болей не будет. Апельсиновое маслечко эфирное, тоже одна капля, может две, может три. Все вот это я заливаю вот именно тем бальзамом, который и был в моей, это как третий шаг, который был в моей краске. Я брала бальзам, я брала краску, знаете какую? С маслом камелии Гарниер, но я не рекламирую. Цвет мне очень понравился. Я не знаю, стойкость сколько будет, я вам позже скажу.
Вот, но я всегда та маска, которая прилагается к определенной или бальзам, краски обычно очень хорошо действуют. Но все-таки я не могу использовать. Так, все. Я не могу использовать ее в чистом виде. Я всегда делаю это вот так. Делаю люкс-маску или люкс-шампунь или люкс-краску. И представляете, вот здесь натуральные вот эти все вещества, компоненты, они сейчас взаимодействуют. И натуральный гель алоэ вера, который не лежал в упаковке месяц, полмесяца, два и так далее. А именно вот он живой, с живыми клеточками. Вы втираете в кожу головы и разносите по всем волосикам. Вот это дело. А еще в имбиротерапии принимаете вовнутрь. У меня есть видео, посмотрите, имбиротерапия. Это мое личное, скажем так, детище. Я прошу никого не... Там мне показали, что это я придумала имбиротерапию, я придумала и употребляю успешно уже много лет. Делюсь с вами. Получается замечательно. Результаты просто обалденные, просто обалденные. Все, вот так вот. Вот, дорогие мои, все готово. Вот тут немножечко гель такой вот. Я его все, и вот это вот сейчас я наложу. И будет все замечательно, изумительно, потрясающе, великолепно. Я вас люблю. Лечите голову, волосики. А голову для тех, кто любит демонстрации. Тем нужно головку подлечить, кто любит демонстрации. А остальным всем лечим волосики и кожу головы. Будьте здоровы, будьте благословенны. Я люблю вас. Собирайте коллекцию масел. И витаминок тоже. Кстати, аевит еще есть вместе. Тут, кстати, витамин Е и в ампулах есть, и в чем только его нет. Я люблю вас. И даже в капсулах есть. Будьте красивы, благословенны. Не забывайте, что вы дочери царя царей. Пока-пока.